конце концов, если остаешься верным тому, во что веришь, все устраивается. Всегда будь готов сражаться за то, во что веришь. Неважно, тысяча или всего один человек разделяет с тобой эту веру. Неважно, даже если ты в этом совсем один, бейся за свою веру. Сражаться за то, во что веришь, неважно, тысяча или всего один человек.